Фримен, вот это славно. Дух Алекс Венс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Ага, и кстати. Фримен, раз уж ты здесь, помоги нам. Давай я тебе покажу, как работают датчики приближения льва. Если надо, там есть немного припасов, патроны и аптечки. Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится, как новогодняя елка, мы просто и понятно, а, док? Эй, док! Ты ведь не привел за собой хвост, а? Не слушай его, док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Ворд сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное, не причинять вреда их личинкам. Но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего два пулемета. И те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя спокойно, но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да, вон там, где сейчас Ворд. Бинты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем. Надо защитить Ворта.
Еще один! Ты когда-нибудь раньше видел муравьиных львов? Эй, док, если нужна пушка, внизу есть лишняя. Сюда, Шекли! Мы на провале. Все ничего, пока они лезут из одного тоннеля. Доктор Фримен, на тебе пулеметы. Обижайся, Фримен. Но без тебя здесь было гораздо спокойнее. Львы в 24-м! Скорее, скорее, сюда! Да тут я, тут! Заметить полутора... ...метрового жука. Давай, не отставай! Может, тут останемся? Мы на 36-м! Да, займись 12-м! Давай, в следующий раз, когда на меня нападет лев, ты поможешь отбиться! Да, конечно, не заметить полутораметрового жука! Thank you.
Шекли! А? Шекли! Да что тебе? Ладно, забудь. Возьми аптечку. Сняли по десятку, а их там сотни. Док, провал на тебе. 12-й. Мы на 24-м. И что было не так с этой дырой? Решил. Мы на 12-м! Этот собрал нас со всех и провал! И 24-й! Они лезут повсюду! Ставить бикс!
улыбнуться? Честное слово. Черт! Последний пулемет заклинило! Положение критическое. ПТС присутствует. 3 сигнала! 3 сигнала! Куда их смотришь? Мы недооценили опасность! Не сдаваться! Началось! О, Господи! 3 сигнала! Это кошмар какой-то! Эй, смотри, вортигонты подоспели. А, конечно. Я так и знал. Я просто хотел напугать тебя. Это Фримен. Нам жаль, что мы пришли так поздно. Многие львы убиты. Но многие...